29 сентября во всем мире отмечается День сердца. Это глобальная кампания в области здравоохранения, основной задачей которой является повышение уровня информирования о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. По данным годовых статистических отчетов за 2020 год, на диспансерном учете в медицинских организациях Ненецкого округа состояло более 4500 человек с различными заболеваниями сердца. Как позаботиться о главном органе человеческого организма, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Мы сами измеряем себе давление, сами это пульс измеряем. Сами лечимся. Когда аритмия, принимаем таблетки. Ну вот мне сейчас 86-й год. Я не работаю, поэтому стараюсь, чтобы не быстро бегать. Тихонечко хожу. Меньше волноваться. Потому что иногда мы зазря волнуемся. И волнуемся, и потом капли пьем. Вы здоровье проверяете свое? Ну, проверяю частенько. Все-таки возраст приходится проверять. На сердце не жалуетесь? На сердце нет, не жалуюсь. Хотелось бы почаще, конечно. Потому что скачет давление или там что-то еще, и идешь, отправляют это к терапевту с давлением, приходит к терапевту, там что-то, сердечко скачет. Сами это себя проверяете? Ну, бывает иногда, но у меня нет проблем с сердцем. А как же? Теперь на контроле. Я не проверяю сердечко. Считаю себя молодым. Ага. Я и говорю, что... Что мне всего-то 84 года? Да, а мне 83 будет. Какие вы молодые. В структуре общей заболеваемости населения региона болезни системы кровообращения, в том числе и сердца, занимают второе место по распространенности. В округе сформирован и ведется регистр больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе пациентов высокого риска. По состоянию на 1 сентября 2021 года в регистр включены 140 пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, радиочастотную катетерную абляцию. Лица, перенесшие инфаркт миокарда, операции по протезированию клапанов сердца, а также аортокоронарное шунтирование и стентирование обеспечиваются лекарственными препаратами бесплатно, по льготным рецептам, по федеральному законодательству в течение 1 года, а по окружному законодательству в течение первых 2 лет. По неотложным и экстренным показаниям пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут перенаправить в учреждение здравоохранения города Архангельска для оказания медицинской помощи. А также в плановом порядке маршрутизация осуществляется в медицинский исследовательский центр имени Алмазова и медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В 2020 году в медицинские организации Архангельска эвакуированы 20 пациентов с острыми заболеваниями сердца, в том числе 18 человек с острым инфарктом миокарда, 2 человека с острым коронарным синдромом. В 2021 году эвакуировано 15 пациентов, в том числе 12 человек с острым инфарктом миокарда, 3 человека с острым коронарным синдромом. В 2020 году 96 человек получили высокотехнологичную помощь по профилю кардиология и сердечно-сосудистой хирургии, в том числе за счет средств федерального бюджета 52 пациента, за счет средств обязательного медицинского страхования 44 человека. В 2021 году 52 человека, в том числе за счет средств федерального бюджета, 38 пациентов за счет ОМС. Основные причины заболевания сердечно-сосудистой системы – избыточный вес, курение, употребление алкоголя, гиподинамия, стресс и неправильное питание. В регионе профилактической работой занимается Центр общественного здравоохранения и медицинской профилактики. Также ежегодно проходит диспансеризация населения. При выявлении факторов риска во время прохождения диспансеризации пациенты направляются в кабинет здоровья Центра медицинской профилактики для дальнейшей медико-профилактической работы. Кроме этого, специалисты Центра активно работают с трудовыми коллективами, школами, средними профессиональными учреждениями региона, осуществляя выходы в организации с различными акциями, распространяют профилактические листовки и брошюры. Проводится профилактическая работа в социальных сетях, размещается информация на сайте Ненецкой окружной больницы. Сердце является главным органом, обеспечивающим работу всего организма. Необходимо серьезно относиться к любым проблемам со здоровьем. Берегите себя и свое сердце. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Леонид Шишлов, телеканал «Север».